Приветствуем всех любителей муравьев на нашем канале. Сегодня речь пойдет у нас о интерактивной карте обитания муравьев в России и СНГ. Немного расскажу об истории создания карты. Сама идея пришла не спонтанно, в результате того, что мы столкнулись с очень частыми вопросами от участников нашей группы и в других группах по муравьев. Многие из вас спрашивают, проживают ли мессоры, к примеру, в Воронеже, или есть никомбарентисы в том же Мурманске и так далее. И мы сами задались таким вопросом и для себя решили, как же все-таки узнать нахождение обитания тех или иных муравьев конкретно в каждом городе нашей необъятной родины. Мы посмотрели карты, которые есть в данный момент в интернете, зарубежные аналоги и наши, и пришли к одному выводу, что они не дают полной картины понимания распределения видов по городам, каким-то точно регионам и так далее. То есть, ну, возьмем, к примеру, самую популярную на данный момент карту муравьев, это atmaps.org. Так вот, она делит Россию на 5 больших частей, на которые, если наведете мышкой, вы увидите, что в центральной России обитает 154 видов муравьев, в южной части России 97 видов муравьев и так далее. Но центральная часть, она большая, и если в одной ее части могут точно обитать мессоры, то в ее северной части о них даже нет и упоминания. Но этого карта нам сказать не может. Поэтому мы посмотрели другие карты, которые есть в данный момент в интернете. Все они не отвечают нашим требованиям, которые мы предъявляем к этой карте. Поэтому было принято решение сделать одну большую, свободную, открытую карту, где будет указано распределение видов не только по частям России, но и относительно каждого города или области и так далее. Но сейчас я вам расскажу непосредственно про саму карту. Находится она по адресу antsmap.ru. Ссылка на карту, естественно, будет под видео, так что можете все зайти посмотреть. Состоит она из, естественно, самой карты. В углу экрана вы видите фильтры, с помощью которых отсортировать всех имеющихся на карте муравьев по роду и виду. Ну, тем самым уменьшить количество меток и посмотреть непосредственно, где обитает необходимый вам род и вид муравьев. К примеру, мы можем выбрать самых наших популярных лазиус и выбрать, оставив только род нигер. Ну вот и у нас уже на карте показывается распространение нигеров по России. Естественно, лазиус нигер обитает в большем количестве регионов, но так как карта в данный момент наполняется и на ней еще заполнена только 121 метка на момент съемки видео, поэтому у нас меток еще не столько много. Но напоминаем, что каждый из вас может зайти на карту, выбрать, например, определить свое местоположение с помощью данной иконки и нажать, например, и сделав двойной клик по карте, примерно в том месте, где вы видели муравьев, выбрать в списке необходимый вам вид. После ввода капчи нажатия «Сохранить» и «Обновление страницы» метка появится на карте. Тем самым вы внесете свою лепту в развитие этой свободной интерактивной карты. Всех приглашаю к заполнению карты. Заводите муравьев, которые проживают в вашем регионе. Только большая просьба. Добавляйте только те виды, которых вы точно видели, которые действительно обитают в вашем регионе. Не на основе информации, только на собственном опыте. Больше ни на чем. Чтобы данные у нас были достоверными. Ну и напоследок хотелось бы вам напомнить, что если у вас есть какие-то идеи по развитию карты, мы всегда рады выслушать их и внедрить на данной карте. Вы можете написать нам, к примеру, с помощью виджета, который есть в правом нижнем углу карты, и администрация карты обязательно вам ответит. Самые интересные и полезные идеи, естественно, будут внедрены, ну, на пользу всем посетителям данной карты. Ну а с вами был канал «Муравьиный дом». Всем пока!